Почему я с сервера вылетел? Сейчас я законнекчусь, подожди. Запускай. Я жив. Ты что, сразу в Сиделова играешь, что ли? Это неинтересно. Че? И как можно бас? Да, в основном. Ну, я таки подумал. Жрать охота. Я вот, я прикинь, вчера пацанами играл на ММ, на Мираже. Это. Или. А, позавчера. Представляешь, с улицы пришел. Все, руки такие. Замерзшие бы. Потом тащит. А кто пятый-то у нас? Ваня. А чё? Ничего, просто. И этот. Ай! Как он, Нубас? Кто? Нубас, ну, который ты говоришь, что Нубас. А, это Джейсон Стэтхэм? Дэн, ты покажешь, как мы играли. Ну, в последний раз, когда мы с ним играли на ММ, он был нубасом. Ну, в смысле, херово катку отыграл. Вот я и подумал-то, что он нубас. Я же не знаю, как он играет. Один раз, нет. Ну, блядь, не пидорас, да? Ссылка, вот вы приколисты. Видел этот бред сейчас, да? Вообще. Пиздец вообще. Бля, что-то я долго думал. Кот бы меня убил. Ты пиздец, Серёжа, нахуй. Чем ты за каких-то, блядь, бабок пропускаешь там? Там? Могли бы сыграть. Вы все равно по-любому немного игр сыграете. Так бы и сразу бы отыграли бы, да поехал. Смысл тогда вообще играть ради одной игры и вылета? Бля, чем где он? Проебался куда-то. Ну это ж, сука, скучно, он шифтит, блядь, просто. И пусть все равно нормально же играют. Они тренируются, вы чё? Вы не тренируетесь. А развивается на турнирах, нахуй, командные игры. И какими-то разборами. Так, блядь, а смысл идти в турнир, если у нас тип как мясо просто отыгрывает? Он жесткий, нахуй, ты чё, он похуй? Ну, он так-то жестко тебе дал. Блядь, я его... А, нет, просто... Где его вообще нашли? Давно с ним знакомы. А? Давно с ним знакомы. Но раньше заебись играл. Когда-то. Да как заебись-то именно? Ну меня все равно не выигрывал. Понятно. Жесткий. Как сказать, 16-2 мне отлетел тогда на имке. Это тогда. Ну сейчас того нет больше. Да блять, надо было стрелять раньше. Так я знал. Ну вот, счет 10-5. Ладно, похуй, чтобы он там это, ну, стреляет, он стрельбает хуйня.
Блять, ну ты вообще его не слышно было. Был вообще просирал такие интересные гранаты, вообще нигде не кидал. Потом жесткий момент такой нахуй. Я говорю, это, что-то. Ты говорю, я говорю, мне на Б может пойти, кстати. Это. Блять, ноги ебаные. Я говорю, мне что ли может на Б ставить, ну там, смотреть тебе гранаты. Он такой, да не, я встану. Только, короче, 10 секунд проходит, нахуй, он говорит, а я с Авиком на А пойду. И сказал это, когда уже фризитайм, знаешь, кончился, и он уже побежал. Да-да-да, я с него такой заел. Доработать есть ничем, бро. Да хуя на чем. Да вас я тоже понял, что есть ничем. Кого? Я у вас понял, что у вас и есть тоже. Я Сереже говорю, давай я зайду, я вам могу Мираж рассказать. Да вчера просто... Да хули его рассказывать, это рассказывать нечего. Как понять нечего? Ты хочешь сказать, что я буду рассказывать, и ничего нового тебе не расскажешь? Где яма? Не, мне не расскажешь, потому что ты мне уже это рассказывал. Алло. И мне, и Сереже. Я говорю, если я буду показывать страты там и все, это ты хочешь сказать, что для тебя ничего нового не покажу? Я говорю, ты мне это показывал уже. И чем? Командные игры, а не одиночные. Ты мне и командные показывал. И раскидки показывал, и как выходить, и что делать. И чё, ты дохуя умеешь? Блять, а что нужно на Мираже дохуя уметь? Смог коннектор или в окно откинуть? Сиспауна. Да, бля, алё, хорош. Ну чё, например, ещё? Извини, Серёж. Я говорю, пистолетку. Антиэрка. Пистолетка у нас есть охуевшая. Какая? Охуевшая. Ну какая? Ну говорю тебе, заебатая пистолетка. Ты ебала мне? Нет. Как нет? Ну так нет. Я, блядь, сидишь какую-то дуну гонишь. Слушай, ну я же, сука, играл с тобой, нахуй. Ты говоришь, что ты все умеешь. Ты ебанутый. Я не говорю, что я все умею, алё. Да ты что, я тебе что, нихуя не расскажу, что ли? Иди нахуй. Иман. Ты нихуя базаришь, как ебанутый, если. А ты заглуши, Серёжа, в TeamSpeak. Я играю, блядь, у меня на кнопке, значит. Профессионал, типа, это был с ним. О, всё. Чё? Блять, тоже когда играл, нахуй, вообще, блять, все умеют на Мираже, нахуй. Играют в Зиги все время, вот как, блять, сколько с вами играл, играют просто на Мираже, на Б-плейнке, за балкой в Зиги играют. И все время двое, блять, дырку одну смотрят, это Б, вот зачем, вот тоже не понимаю. Не, ты не прав. Мысль не прав. Ну, когда я играю на Б с Димой, у нас Зига поджимается по КД. А чё, пацаны, можно просто другой будем орать? Похуй. Не прав, говорит. Я, блядь, сколько вот играл, нахуй. Сколько вот ты играл? Все время. Ты нашу хотя бы одну игру смотрел на Мираже, так чтобы говорить, что я все гол? Время играл. Чё, я выиграл?